соперников, но делал вашу подачу противной. Как вы к этому относитесь? Ну, это комплимент. У меня как бы сегодня прорезалась подача. Я ее тренировал последнее время, и она хорошо летела. И сегодня тоже дала результат. Такие серии раньше удавались? Да, удавались. В этом сезоне, в принципе, это не первая серия. Планируете? А? Можно их планировать? Ну, конечно. Для этого же трудимся и работаем. В целом, в чем состоял план на игру с новой? То есть на что акцентировали внимание, может быть, по своей игре что отрабатывали? Да, мы отталкивались прежде всего от себя, дали возможность поиграть тем, кто меньше играл в последнее время. Вот, попробовать какие-то свои наработки, свои какие-то моменты тактические, технические. В принципе, у нас это получилось, я считаю. Конечно, есть какое-то количество брака, вот, но, в принципе, счет говорит сам за себя.